Добрый день. Старший инспектор ДПС капитан Волошин. Возле дороги ваш автомобиль? Универсал? Мой. Можно ваши документы? Документы в машине. Сейчас принесу. Не спешите. Сейчас вместе пройдем. Посмотрим. Ладно. А в чем дело? Я что-то нарушил? Вы фару с бампером где разбили? На даче. Забор зацепил. Забор. А кровь на капоте чья? Собака под колеса выскочила. Решил закопать, чтобы на дороге не валялся. Собака? Ну, давай, откапывай. Посмотрим. Не на что там смотреть, товарищ капитан. Я лучше за документами схожу. А ну, стоять. Давай колись, или дальше будешь мне сказки рассказывать. Успокойся, я скоро вернусь. Я сказал стоять! Что это за херня? Оно еще живое? Без головы. Сомневаюсь. Сука, меня за палец укусил. Что это вообще такое? Выскочил из-под колес. Сам не знаю откуда. Что теперь делать будем? А хрен его знает. У тебя огонь есть? Чего? Спички или зажигалка? А. Надо ментов вызывать. Так ты же есть мент. Точно. Значит, вот что. Закапываю его обратно и разбегаемся. Погоди. Дай-ка я его. Удивительно живучее существо. Как мы это раньше не заметили. Ведь она могла убежать. Я даже не представляю, какие могли быть последствия. Запомни, мы действовали строго по инструкции. Значит, ты утверждаешь, что свидетелей не было? Насчет этого можете не беспокоиться. Дорога была пустая. Мне удалось его быстро обезвредить. Хорошо. Главное, чтобы не было, как в прошлый раз. Как ты избавился от тела? Как и было приказано, сжег на пустыре.
Хорошая работа. Завтра предоставишь мне полный отчет, затем можешь съездить куда-нибудь отдохнуть на пару дней. Спасибо, товарищ полковник. Ну все. У тебя огонь есть? Вы же бросили, товарищ полковник. Сними это.